Минюст пересмотрел работу по делу «Стати». Теперь интересы Казахстана по данному разбирательству в международных судах защищают новые компании. Об этом сегодня в кулуарах правительства сообщил журналистам глава Минюста. Искараев уточнил, что одну компанию уже заменили, но не уточнил, о какой компании идет речь. Напомним, недавно в Астане при попытке пересечь границу был задержан экс-министр юстиции Марат Бекетаев. Его подозревают в лоббировании интересов аффилированной компании, которая причинила крупный ущерб государству. Ранее опрошенные «Атамикен Бизнес» эксперты предположили, что арест Бекетаева может быть связан именно с делом «Стати». Мы работаем в рамках условного законодательства. В нескольких юрисдикциях работа продолжается. По линии Люксембурга, Молдавии и Республики Казахстан в уголовном порядке расследование идет. В других странах в гражданском процессе идет, в рамках арбитражного процесса идет работа. По многим юрисдикциям поэтому работа идет. Казахстан ни одного тенге не заплатил.